За 4 часа до матча стадион «Динамо» находился в состоянии ожидания. Никаких особых работ на арене не велось, и лишь несколько человек обслуги что-то обсуждали у кромки поля. Видимо, темой консилиума стало вредительство 1000-киловаттного подогрева, оставившего на газоне след в виде нескольких непроросших участков. Сегодняшняя неожиданная дождливая и холодная погода обеспечила работой системы дренажа. Насколько хорошо последняя справилась с задачей, станет ясно после первого получаса игры. Однако по состоянию на 14:00 воды на поверхности было предостаточно. Суета и какое-либо оживление отсутствовало и в окрестностях стадиона, около касс. Немногочисленные болельщики, среди которых преобладали спартаковские фены, кушковались рядом с окошками и, несмотря на ливень, демонстрировали безразличие к непогоде. Для настоящих болельщиков чего погода-то? К сожалению, покупка билетов отнюдь не означает для всех болельщиков автоматического попадания на игру. Нередко милиция попросту не пропускает фанатов на трибуны. Случаи бывали, что кого-то выгоняли совершенно не стоит. Регулярно. Ну а как думаешь, почему вообще все это происходит? Я не знаю, это надо у них спросить. Высказать свое понимание проблемы стражи порядка отказались, но минут через пять явно недовольные разговорчивостью фанатов проиллюстрировали тему взаимоотношений милиции и болельщиков. Мы стояли, мы никому не мешали, подошли сотрудники милиции и сказали нам: давайте, что здесь стоите, валите отсюда, пока со здоровьем у вас все в порядке. В более грубой форме так. Ну, то есть вообще никаких не было с вашей стороны, так сказать, действий? Конечно, никакого повода. Стоим, ну, указ, покупаем билеты. Ничего не делали, подошли без всякой причины.